души истинной, живи в детстве все, исполняя сокровища твоих, и жизни подателю, приняй всеми истинные, очистенные, всякие смертные, спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святых посетей, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и силы, и славу Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого Батвы Ты не сидите в молитве, как Владыца грешник приносит. Благослови, благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Преклонится Литве, как бездна Якори, за обияние на горах, станут воды от запрещения Твое подбегнут от власти грома Твоего бояться. Восходят горы, не сходят поля, вместо ежев основалось и им, предел положилось, и его же не приедут, ниже обратятся в покрытие землю, посылая источники в дебри, посреди гор пройдут воды, напоя все звери сильные, ждут анагрин, жажду свою, на ты птицы небесные привитают, от святых камней дойдет глаз, напоя и город при выстроенных своих, от плододел Твоих насытится земля, прозябает траву, с которым злак на службу человеком, извести хлеб под землей, и вино веселит сердце человека, умастите лице Илея, и хлеб сердце человека укрепит, насытится с древа польская, кедры ливанские, их же сильно садил, там птицы возгнездятся, и руки его жилища предводитель святыми, горы высокие лень, камни прибежище заяцам, сотворил есть луну во времена, солнце познал запад свой, положилось и тьмы и пусть.
крови Твоему. Прокимен глаз, пятый Ти, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный. Господи, сохранишь меня и соблюдешь на отроду сего. Ты, Господи, сохранишь меня и соблюдешь меня. Бытия чтение. Рече Бог. Да извидят земля душу живу породу четвероногой гады, и звери земли породы и выстава, и сотвори Бог звери земли породы, и скоты породы их, и вся гады земли породы их, и види Бог, яко добра, и рече Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию, и да обладает рыбами морскими и птицами небесными, и зверьми, и скотами, и всей землею, и всеми гады, присмыкающимися по земли. И сотвори Бог человека по образу Божию, сотвори его, мужа и жену сотвори их, и благослови их Бог глаголя, раститесь и множитесь, и наполните землю, и господствуйте ею, и обладайте рыбами морскими, и зверьми, и птицами небесными, и всеми скотами, и всей землею, и всеми гадами, присмыкающимися по земли. И рече Бог, се дах вам всякую траву семенную, сеющую, семя, еже есть верху земли сия, и всякое древо, еже има себе, плод семени, семенного вам будет снеть, и всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земли, и же имать себе душу живота и всякую траву зельную, и снеть, и быть тако, и види Бог вся велика сотвори, и се добра зело, и быть вечер, и быть утро день шестый, и совершившееся небо и земля, и все украшения их, и соверши Бог день шестый дела своя, я же сотвори, и почи день седьмый от всех дел своих, я же сотвори, и благослови Бог день седьмый, и освети его, яко той почет всех дел своих, я же начат Бог творите. Прокимен глас шестый, призри, услыши мя, Господи Боже мой. Призри, услыши мя, Господи Боже мой. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня. Призри, услыши мя. На колени становимся. На колени приим глагол мои заповеди, скрыши в себе, послушает премудрости твое ухо и приложиши сердце твое, к разуму приложи же где, где наказание сына твоему, аще Бог премудрость призовеши разуму даси глаз твой, чувство же зыщеши великим глазом, яще зыщеши и я, яко зверя, и яко же сокровище испытаешь ее, тогда разумеешь и страх Господень и познание Божие обрящиши, яко Господь дает премудрость, и от лица Его познание и разум и сокровищество, исправляющий
Спасение защищает же шествие же их, еже сохраните пути, оправданий путь благоговенствующих. Его сохранит тогда уразумеешь и правду и суд, исправившийся в стези благие, аще Бог, придет премудрость твою мысль, чувство же твоей души добро быть возвниться, свет добр сохранит тебя, помышление же преподобное соблюдает тебя, дай избавить тебя от пути злого и от мужа, глаголюще ничтоже верные оставивши, пути правое, еже ходите в путях тьмы, и вселяющиеся злых, и веселящиеся злых, и и радующиеся развращений зле, иже сизи строп от них криво течение их, еже далече тебя сотворите, от пути правого и чужда, от праведного разума сыне дотя не постигнет совет, злый, оставляющий учение юности, и завета божественного забывший, постави Бог при смерти, дом свой и при аде, земными деяния своя, вся ходящие по нему не возвратятся, ниже постигнут стесь правых, небо достигнут лет жизни ащего, быша, ходили в сизи благие, и обрели уба быша, в сизи правые гладкие, в лазе будут жители на земле, не злобиве же останут на ней, яко прави селятся на земле, и преподобни останут на ней. Пути нечестивых от земли погибнут, при беззаконии же изринутся от нея. И духови твоему.
известны самым невидимым судом, все выходит царь славы, все жертвы тайны совершенно переносятся. Веру и любовь к Христу Пендопричастнице жизни вечной будем, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сила небесная с нами невидимо служит, все походит царь славы, все жертвы тайны совершенно переносятся. Веру и любовь к Христу Пендопричастнице жизни вечной будем, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру и любовь приступим, да причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И Сына, и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, два дня назад мы вступили с вами на поприще Великого Поста, который предварялся по расчету воскресенья. И стоит задуматься, это что, великий такой у нас честивый обычай прощать друг друга? Или это все-таки установление церковное, Господом установлено? В самом прощенном воскресенье заложена идея всепрощения. Это вселенская весть уже более 2000 лет окрыляет души истинных рабов Божьих, истинных чад Матери нашей Церкви. На что? На прежде всего несомненное исповедание своих грехов. А исповедание наше с вами начинается в умах наших, в сердцах наших, когда мы осознаем себя грешниками. И чем глубже мы осознаемся таковым, тем ближе мы к Богу становимся. Иоанн Златоуст говорит, Бог и без нашего, прежде нашего покаяния, уже готов нам простить наши грехи, но желаю, чтобы мы дали ему повод для этого. Речь идет об исповеди. И вот как раз человек сначала, с того момента, как у него зародилось желание, точнее осознание своей греховности, когда он переживает муки совести, переживает потрясение, осознание, что я качественно намного хуже, чем я себе думал. И естественное желание начать свою жизнь с чистого листа. И тогда он стремится к Боге, стремится на исповедь. И вот здесь и начинается самое главное. Насколько искренне мы с вами исповедуем. Насколько чистосердечно мы открываем свои души. Когда мы с вами крестились, мы давали обет отречения от дел сатаны. И жизни по воле Божьей. Но сатана все делает, все предпринимает, чтобы отдалить нас от Бога, чтобы мы стали презрителями заповедей Божьих, чтобы жили мы по страстям своим, а не по его святым заповедям. Грех – это не просто какое-то злое деяние, это прежде всего раненая душа, больная душа, душа умирающая, погибающая. И вот именно покаянием мы с вами и способны оживотворить эту душу. Но опять-таки, если мы будем с вами сердечно перед Господом. Наша рассеянная жизнь виновата в том, чтобы допускать себе многие погрешности. Если бы мы были внимательны к своему сердцу, к своим чувствам, мы бы с вами заметили сразу то дурную мысль, то злое слово сказанное, то гадкое деяние. Святой праведный Кронштадтский как раз нам и говорит, если бы мы больше занимались своей внутренней жизнью, своим внутренним устроением, нам бы некогда было смотреть на дела ближнего. И больше того, чем глубже человек постигает свою греховность, тем больше в нем рождается чувство оправдывающего ближнего. Некогда нам было судить, но и наоборот, мы даже заметим, что наши ближние лучше нас. Гораздо намного порядка. И вот поэтому и молит сейчас церковь, Господи Царю, дар не зрить мое прегрешение и не осуждать брата моего. Аминь. Желаю вам успехов на этом пути. Аминь.
Кто так подготовился, приступайте к святому.